Итак, конкурс Old School Tiny Intro начинается. Надо для него также открыть голосование, не забыть. Old School Tiny Intro. Первая работа. Первая работа называется «Гуляй рэндом». Как я выбираю платформу для программирования? Прислана она нам была на платформу BK001001. К сожалению, Стас не приехал на зимнее ЦЦ, и поэтому БК у нас нету. Мы будем использовать эмулятор, за что прошу вас простить. Так, ну это может продолжаться бесконечно, но эффект понятен. Довольно интересный эффект на самом деле. Конечный ли это автомат? Похоже на клеточный автомат какой-то. Но я думаю, это не он. Спасибо большое автору за то, что продолжаешь творить. И мы переходим ко второй работе. Работа на спектруме. От того же автора. Так, и тут нам нужно, наверное, перезапуститься в... Да. Давайте перезапустимся в Пентагоне. Подожди. Тогда. Дай-ка я уточню, все ли на флешке есть из того, что надо. Небольшая задержка, но хочется все-таки работы с реалов показывать, если они в наличии. Сейчас копируются файлы непосредственно. А пока у нас некая задержка, я предлагаю всем зайти на House Constructions и проголосовать за работы, чтобы поддержать авторов. Зеленый? Так. Итак, давайте все-таки попробуем. Переходим ко второй работе. Только я все равно не вижу, почему он не видит папку. Так, еще раз извиняюсь, перекинь. Кэш какой-то.
И еще раз попробуем показать вторую работу несчастную. Почему мы так в ресете? Как вообще из него выйти? Так, возможно, придется более серьезную перезагрузку строить всему этому делу. Так, у нас пиксели-то квадратные. Давайте посмотрим. Не, вот, надо с full поменять на pan and scan. Отлично. Все, все, сейчас загрузится так. Все. Мы готовы во всех отношениях. Все. В режиме Пентагон. Барс. Байт. Любимые нам копер-бары. Достаточно много их. Голосование открыто. Для спектрума довольно крутой эффект на самом-то деле. Так. Да, работа зациклена. Поэтому давайте перейдем к следующей тогда работе. Спасибо автору. Еще раз похлопаем. Так, третью работу прислал нам Errorsoft. Что ты можешь сказать про свою работу? Компофиллер. Компофиллер? В общем-то, да. Ну что же, давайте посмотрим, что человек на компофиллер под стандартный спектрум или Пентагон? А, должно и на стандартном спектруме работать, но в Пентагоне проблем не будет никаких. Вот, смотрите, работа имеет бут. Делайте буты. Амига! Действительно, Амига. Тут на самом деле 22 вот этих вот амижных шара, 22 года House Constructions и 22 амижных шара. Да, это какой-то вот Catch 22 настоящий. Великолепное падение. Эти амиги никогда не упадут. На звука было 3 байта. Впихнул как смог. Зацикленная работа, да? Или мы дождемся, когда шаров насыпется достаточно, чтобы... Амига никогда не умрет, и поэтому шары никогда не упадут. Она зациклена, безусловно. Отлично. Переходим тогда мы... Спасибо большое
Петя, за такую работу, она действительно и тематическая, и в то же время. А сколько? 256 ровно или был запас у тебя? Свой ник запихал. Отлично. Так, переходим тогда к четвертой работе, пожалуй. Четвертая работа. Так, нам требуется как-то рестартнуть это все. А в каком режиме мы должны запустить? Я полагаю, что все-таки Пентагон. Отлично. Ну, давай попробуем, как сделать ресет. Так, отлично, делаем ресет. Так. И переходим. Как мы любим. Погромче в зале. Да, музыка здесь содержится, это не просто шум, но тоже, как, возможно, VCV рек встроен, что ли. Я всегда поражаюсь, как люди умудряются прям, ну, действительно что-то очень даже музыкальное засовывать вот в такой размер, 256 байт. Да, 256 байт это... По сути, два сообщения в Твиттере, наверное. Да. Я полагаю, что работа зациклена, но на самом деле навряд ли, что она повторяется, потому что цвета все время разные ездят. То есть, возможно, невозможно сделать, она не зациклена в привычном нам понимании. Ну, тут явно используются рандомные числа для цветов. Безопасно ли продолжать смотреть эту работу? Или уже все? Возможно, все. Отличная работа. Да, большое спасибо, ребята. Просто великолепно. Великолепно. И да. Отличный конкурс, как я считаю. Давайте похлопаем авторам. Большое им спасибо.